Привет! Мы в отеле «Совой», и с вами Артём и Александра Рябинские. Привет, друзья! Мы просто в таком кайфе. Египет, лето, ну, правда, январь, но это круто. Мы хотим поделиться с вами просто нереальными впечатлениями. Знаете, мы в таком кайфе, потому что это просто нереально крутой, офигенный отель. Мы настолько, вот знаете, как бы как-то сказать, exciting, это когда просто через верх эмоции переполняет. Да, от самого сердца. Мы так хотим рассказать вам все об этом отеле, просто вы почувствуете наше настроение здесь. Мы хотим каждый просто все-все рассказать. Это каждый кайф. Нюанс, каждый листочек, каждый цветочек, бассейн. Все, здесь просто супер отель, это лучший отель в Шарм-эль-Шейхе. И сейчас мы вам его покажем. Если говорить о идеальном отеле, то это можно сказать о Совой. Вообще, вот не, тут даже не думаешь о том, что что-то может быть не так. Здесь все настолько детализировано, круто сделано, что вот мы сейчас пойдем посмотрим, там беседки, все зеленое, все настолько ухоженное, каждый цветочек, каждая травинка. Ну это реально, это отель, который, ну, я могу смело назвать один из лучших отелей в Шарм-эль-Шейхе. Это отель, в который, если вы приедете, вы просто почувствуете себя вообще богами. Это рай, короче, вот это рай на земле. Да, впечатления просто потрясающие, однозначно сюда захочется вернуться. Здесь отличный пляж, вообще очень классный, мелкий такой песок. Смотрите, какой заход в воду. Вот как всегда, hello. Это Махмуд, который предлагает экскурсии. Смотрите, какой здесь идеальный пляж. Такой пляж в Совой. Здесь мы купаемся, здесь мы загораем и отдыхаем. И отель «Совой» находится в безветренной, относительно безветренной бухте. Бухточка называется White Night. Осмелюсь сказать, что он один из лучших отелей в Шарм-эль-Шейхе. То есть это идеальный отель для отдыха. Это та ситуация, когда ты понимаешь, за что ты платишь деньги. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Big Family Trip. Переходите по ссылке в описании на нашу страничку Instagram. Мы поможем подобрать вам тур, выбрать отель. На нашей страничке Instagram вы также можете увидеть, какое количество отелей в Турции, Египте, в Европе, в Америке мы посетили, где мы были, что мы видели. И задавать нам вопросы по поводу вашего отдыха, куда бы вы хотели поехать и где бы вы хотели отдохнуть. В Совой обслуживание на высоком уровне и очень внимательно относится к каждому посетителю и туристу. Это тоже сразу обращает свое внимание на себя. Очень приятные люди работают. Мы идем заселяться. Окей. Заходите, посмотрим наш номер. Для Совоя номер простенький, чистенький. Видно, что сделан недавно ремонт. Мебель староватая, хотя вот новый телевизор. Вижу, что вот буквально недавно обтянуты кресла. Ну, самое классное здесь это большая терраса. Идите, покажу. Мне это нравится. Офигенно, просто офигеть. Смотрите, это санузел. Видно, что санузел вот так не так давно реновирован. Новая плитка, новая душевая кабина. Здесь есть шампунь, гель для душа, кондиционер и лосьон для тела, мыльце, полотенечки, новая сантехника, конечно же, есть фен. Как и везде, идемте дальше. Тут такое большое зеркало,
красивый, смотрите. Можно во весь рост на себя смотреть. Здесь есть унитаз, санузел. Не знаю, зачем в номере телефон, но, возможно, тоже пригодится когда-нибудь. Давайте посмотрим, какие здесь шкафы, что здесь внутри есть. Так, вот есть халаты, тапочки, есть чайные принадлежности, чайничек, водичка, есть сейф. Сейчас заглянем, посмотрим. Мини-бар. Мини-бар пустой. Кстати, это характерно для отелей Египта. Практически во всех отелях мини-бар пустой. Ну, здесь столько еды, что, в принципе, не знаю, зачем мини-бар. Есть даже гладильная доска и утюжок для вашего удобства. И шкафчик с подсветкой, обратите внимание. В общем, впечатление классное о нашем номере. Здесь есть полочка для багажа. Ну, в общем-то, я думаю, что все, что нужно для того, чтобы классно и комфортно отдохнуть, в этом отеле и в этом номере все есть. Идем покушаем. Вечерами здесь проходит мини-диско, анимация, живая музыка, разные шоу, можно посидеть, расслабиться. Я, кстати, видела в этом отеле, если вам холодно, то здесь даже вечерами подогреватели такие обогревы ставят, и вам очень комфортно и уютно. Смотрите, друзья, сейчас нам вот видно виллы отеля Royal Savoy, они такого вот оранжевого цвета. Отель Royal Savoy позиционирует себя как более уединенный, спокойный отель VIP-уровня. У этого отеля есть отдельно свой ресепшн, отдельно ресторан, у которого есть только завтраки, и даже отдельно кусочек пляжа есть у этого отеля, у Royal Savoy. Вот это внизу находится итальянский ресторан. Он работает по системе Е, все включено. Но единственное, что нужно обязательно заранее записаться, чтобы за ваш отдых вы смогли хотя бы раз посетить этот ресторан. В этом отеле впечатляет все. Каждый дом покрашен в разный цвет. Все очень ухоженно, аккуратно, красиво. Очень классные выходы из этих номеров на сад. Эта дорога ведет к морю, но выход на террасы. К ресторану La Carte Seafood. Такое впечатление, что находишься где-то в ботаническом саду. Такое количество всяких растений, изобилие цветущих растений, газонная трава. Просто впечатление потрясающее. О, сейчас как раз пойдем в мини-клуб посмотрим. Мини-клуб у этого отеля находится прямо возле моря. Вот, сюда приводят деток. Можно их здесь оставить, можно здесь с ними посидеть, покататься на качельках, поесть, съезжать с горок. В общем-то, вся мебель пластиковая, безопасная. Поэтому можно совсем не переживать за своих малышей. Расскажите, пожалуйста, вот с какого возраста деток можно приводить к вам? С 4 до 12 лет. Мы работаем с 9 до 5 вечера без перерыва. Каждый вечер у нас есть мини-диско. Ага, отлично. 15 напротив ресепшена сафари-бар. Приводите деток, приходите. Активности у нас есть, программа. Спасибо большое. Приходите, пожалуйста.
Везде по всему отелю вот такие дизайнерские ручейки. Видно, что здесь работал однозначно классный ландшафтный дизайнер, который занимался всеми этими фонтанчиками, водоемчиками. Просто вообще идешь, и глаз радуется. Такой небольшой детский бассейн. Водичка, кстати, в нем не подогревается. Но он находится на солнышке и довольно-таки неплохо прогревается в течение дня. Очень удобно, что рядом с пляжем есть бассейн. На пляже есть возможность оплатить услугу массажа и получить еще больше релакс. Также на пляже есть бич-бар. Придя сюда, вы можете выпить прохладительные напитки и напитки алкогольные. Здесь так классно поют птички. Эй, вы там где? Сразу притихли. Так прикольно, они так громко поют. Здесь же в отеле можно вот взять экскурсии. Любые вообще, вот шоу с дельфинами, лошади, camel riding. Это может быть просто разные car buggy. В общем, все что угодно, сафари, морские путешествия. Здесь же меняете полотенце. Все удобно, комфортно, красиво. Просто, ну, просто идеально. Попадая в этот отель, вообще нет никакого негатива. Вот куда-то, куда бы ты ни приезжал, но везде есть что-то, что какие-то недочеты. Но здесь их просто нет. Тут не к чему придраться. Территория зеленая, шикарный пляж, обалденный риф, отличнейшее просто супер питание. И я не знаю, если люди говорят об этом отеле плохо, о каком отеле они тогда могут сказать хорошо. Это просто лучшее место, которое я попадала и которое я видела.